Всем привет! Сейчас будем кататься на такой трассе, как Rosenheim Raceway. Есть у них две трассы. 61% гравий и 39% асфальта. То есть довольно опасная трасса. И сейчас будем играть по главной трассе. У меня машина Tristar класса B. Мировой рекорд этой трассы всего-навсего 43 секунды. То есть довольно быстрая трасса. Мы видим, что есть несколько крутых поворотов, а так трасса в принципе прямая, из-за этого такой хороший показатель по времени данной трассы. И погнали. Первый у нас поворот, мы заняли после этого первого поворота третью позицию. Сейчас выходим на вторую. Да, идет ряд жестких аварий. Можно зацепиться и за первое место в этой гонке, но пока что красной машины просто побольше, наверное, мощности. Мы его хорошо сбиваем и входим в более короткую позицию по гравии. Но нас быстренько тут сбивают, и мы занимаем очень низкую позицию. Но сейчас мы исправляемся и уже идем на третьем месте. Довольно интересная дорога. Соперника пытался зацепить, но, короче, мой маневр был неудачный. И, может, даже я сопернику помог войти еще лучше в поворот. Но, тем не менее, нахожусь я на второй позиции. Пытаюсь войти в поворот, получается, и сейчас направляюсь к финишу. Третий круг у нас начинается, последний. Получится ли мне первое место занять? Хотя и второе место, честно говоря, для меня это хорошее место. Сомневаюсь, что у меня получится занять первое место, потому как желтый полосатик проходит трассу и насколько он быстрее ускоряется на трассе. Тут вопрос, наверное, еще должен стоять, чтобы я прошел эту гонку на втором месте. Видим, что он уже финишировал. И теперь и я финишировал. Смотрим, сколько заработал я кредитов. 1720 кредитов и уже 55 тысяч кредитов на моем счету. До новых выпусков. Всем пока.